На небе-то тучки появились такие. Видите? Правда, дождичка так и нет. Обещали дождик вчера, сегодня и на завтра стоит. Но, опачки, кто явился? 2 дня не было. Боже мой, голодаю сейчас по Волжье. Так, я пришла сорвать помидор. Хочу помидор прям так вот сочный, горячий такой, солнечный. Посмотрите, стали помидоры наливаться, вот эти вот малиновый слон. Они стали огромные, стали радовать. Ой, он даже не отрывается. Как же его оторвать? Я его хочу, знаете, порезать, посолить и с хлебушком прямо съесть. О, какой огромный. Смотрите, какой огромный. Вот они стали большие. Налились. Много красных. Огромных. Вот это малиновый слон. А это другие сорта. Тут сибирский скороспелый. Волгоградский всякие. Я уже наделала помидоры в томатном соку или соке. А теперь охота вот просто покушать. Прям взять, сейчас помою, разрежу, посолю. И со свежим хлебушком. Как наверну. Прямо как в детстве. Друзья, у нас виноград весь завалил. Я уже вам показывала, что типа сохнет. Так вот, навели баковую смесь, посмотрела там Светочку тут с Краснодарского края. Она сказала, что как раз сейчас можно сделать баковой смесью. Там ритамил, потом свич и вертимек. Все вместе смешать и обрызгать. Так вот, я все это навела, залила в опрыскиватель. И брызгаю вот так вот, видите? Весь обрызгаю, потому что если пойдет гниль ягодная уже, это уже все. Мы уже останемся и без вина, и без сока виноградного. Поэтому надо обязательно пробрызгать. Пока еще есть время. Пока он зелененький, он нисколько еще не это. Не созревает, можно все это обрызгать. Винограда, видите, сколько все это. Если он гнить будет, это, конечно, будет катастрофа. И сразу от болезней, от вредителей и от гнили, ну, ягодные там как-то она называется, я не знаю. Поэтому все сразу. Так, идем дальше. Здесь я вот уже побрызгала вот этот. О, какое сегодня небо. Завтра дождик обещает. Все ждут дождя, конечно же, потому что все пересохло. Просто невероятно все пересохло. Так, переходим на эти ряды и брызгаем. Вот, ветром уносит. Надо с другой стороны, наверное, встать. Как раз туда уносило. Хороший опрыскиватель.
Это не наш, не дала соседка, потому что наш что-то сломался. Но мы тоже себе такой же хотим купить. Ветер то туда, то сюда, не могу понять, в какую сторону встать. А, на меня придется в ту сторону перейти, потому что что-то как-то странно. Да, оттуда у нас море уже подул. Смотрите, какой там закат. Этих нету, но я их все равно брызгаю. Здесь есть. Подвязывать надо опять, чтобы переросло. Пока после моря приехали, пока все дела сделаешь, с одного угла до другого дойдешь, уже в том углу, где начал, уже снова надо делать. Как раз мне на весь виноград хватит. На меня все. Ёкарный малахай. То туда ветер, то сюда. А завтра дождь обещает. Не на край сегодня все побрызгать. Вот так вот. Туда пусть дует. Все. Кончается. Остаточкой. Прекрасно все хватило. Чапик, доброе утро. Ты больше не обижаешься на нас, что мы тебе водичку сменили? Он у нас вчера как рванул и сидел где-то. Весь вечер спрятался, пока мы ему мыли водоем. Да, Бонь? Ой, да, Лёлик? Что это он? Обиделся на нас? Обиделся Чапик на нас, что мы ему помыли водоемчик. Сегодня сидит уже. Вернулся, скажет, ну ладно, так и быть. В новеньком. Лёлик облинял, такой хорошенький стал, серенький. Здесь еще вот рыжий. А здесь пока нет. Ой, тьма. Мы поехали за навозом. Надо подкормить розы. А у меня уже ничего нету. У нас навозы с рядышком. Надо будет набрать. Мусор еще, видишь, ни у кого не забрали. Я говорю, он, по-моему, полный рванул туда. На Копанской высыпаться, да, обратно. Какой-то пень. Курили здесь это. Ну, выгуливает он. Видишь, водичка для курочек стоит. Вот сюда мы приезжаем. За навозом.
Вот здесь уже перегнившие. Набираем. Вон сколько, видите, добра. Нагрузили его еще тракторами здесь. Подтягивают. Сейчас наберем. Тюки какие, сено. Трактора работают, все работают. Вот она, сельская жизнь. Дождик. Какой дождик? Откуда он? Ну здесь на дороге-то тоже. Пусть вдоль этой он стоят. Сюда вот под эту под пенек. О, как виноград красивый. Ну, вот под ногами. Куда ты? Бонечка, не лазь в машину. Вот, хулиганка. Иди за котятами смотри. Голубоглазка. Попался? Ах ты ночной воришка. Ах ты ночной воришка. Бонечка, кто тут у тебя? Посмотри, что творит тут ежик. Всю еду вашу уже скидал. Бонь, а где котятки? Вот. Вот они, котятки, бегают. Ежик. Ежик. Ты один пришел? О. Ничего себе, он подпрыгивает как. Кузенька, ты что прыгаешь? Кузьма. Кузя. Ты что так прыгаешь? Посмотри. Кузя, кто там? Кузенька. Кто там? Спрятался ежик. Микош, ты не боишься ежика? Он колючий. Мика, не трогай ежика. Посмотрите, что они делают. Они его вообще не боятся. Микуша. Микушка. Мику. Микушенька. Кузя-то пошел исследовать.
Кузя, он тебя уколет. Осторожно. Кузьма, не лезь. Не лезь к ежику. Смотрит на него. Кто это? Кто это такой? Что это за животное? Это не мой братик и не сестренка. Нюша. Нюша, ты тоже пришла познакомиться с ежиком? Какое животное интересное, да? Боня-то не боится их.